Друзья, сегодня мы поговорим о линейной перспективе, об основах линейной перспективы с разными точками схода. В прошлый раз мы поговорили о линейной перспективе с единой точкой схода. Обычно она не вызывает затруднений, если вы достаточно наблюдательны и знаете, ну, хотя бы там прям вот самые азы, да. Ну, вот, например, да, вот с единой точкой схода мы видим, что у нас все линии направлены куда-то к линии горизонта. Простейший рисунок, да. Сегодня мы с вами рассмотрим чуть более сложные вещи, которые вызывают затруднения у новичков в рисовании. Я разделю вот так на две части. И первое, что мы рассмотрим, это улицу, которая уходит вверх. Это может быть река, это может быть дорога и так далее, да? Но мы рассмотрим дорогу с улицей. У нас есть линия горизонта, всегда есть линия горизонта. Я ее делаю так чуть ниже середины. Мы ее находим, ориентируясь на какой-то один из домов, да, который нам удобнее всего померить, вытянув вот так вот руку, да. И вот мы нашли линию, точку на линии горизонта. А что здесь важно? Здесь важно, что все дома, которые находятся на прямой улице, все крыши этих домов условно подчиняются вот этим линиям, да. Ну, то есть, например, у нас вот здесь вот стоит какой-то дом, да. Дальше у нас, например, идет пониже дом. Вот у него тоже сюда же сходится, да. Вот, например, вот так вот он стоит. Дальше, например, у нас есть дом повыше, да. Вот здесь вот у нас будет прямая линия, потому что это стена дома, да. А здесь вот он будет сходиться вот сюда вот. Ну и так далее, да, то есть, например, дальше. Пускай будет примерно такой же дом, еще такой же и так далее, да, то есть доходит до какой-то там точки. Например, вот здесь вот пусть у нас дом будет вообще вот так вот он стоит, и у него вот так вот идет крыша. То есть он как бы выступает, да, за... Ну, то есть... Условно я нарисовала какие-то дома, улицы. С этой стороны то же самое. Тоже у нас есть дом. Не боимся, да, делать его высоким. То есть если он такой есть, если вы померили, если вы взяли такую высоту, то, соответственно, так оно и будет. Да? То есть не надо его делать меньше. Он может вообще уйти за линию горизонта. То есть... Может быть, все что угодно, да? Дальше давайте пусть чуть-чуть выступает дом, например, да? Чуть повыше. Но в любом случае у него все равно вот все линии, которые не повернуты к нам, которые отвернуты от нас, они все сходятся в точке горизонта. Здесь горизонтальная линия, да? Боковые части, если мы их видим, линия абсолютно горизонтальная, параллельно линии горизонта. Я не знаю, давайте, например... Мы тут видим, ну, например, вот так вот, там, я не знаю, какой-то собор, там, кусочек собора, да, там церковь, я не знаю, что там, тут видим, другое. То есть, неважно, что у вас тут будет, какой высоты, какой длины, все у вас подчинено ходу к одной точке и становится ниже, даже несмотря на то, что какие-то выше дома, какие-то ниже, то есть они все равно подчинены вот этой, вот не выше вот этой линии, да, ну, соответственно, да, ну, возможно, даже если они выше, то все равно сюда будет покруче, просто, ну, например, там, не знаю, высотка какая-то стоит, давайте будет стоять какая-то высотка. Вот все равно у нее будет вот сюда сходиться крыша. Вот, давайте. То есть мы с вами вот сделали верхние точки, то есть точки крыш. При этом
нижняя часть улицы будет меняться. То есть у нас ведь дома не доходят до линии горизонта, да? То есть они у нас как-то стоят на улице. Мы пока прописали только нижнюю часть. Ну, давайте, например, мы находим линию схода у каких-то вот домов, да? То есть мы тоже так же меряем, и, скорее всего, те дома, которые у нас прям вот близко к нам, у них будет линия схода. Ну, где-то вот так вот на линии горизонта. Ну, плюс-минус, то есть смотря, насколько много мы их показываем. Да? Давайте мы возьмем усредненный такой вариант, что как будто бы у нас почти вот все, весь дом видно. Да? Дорога у нас начинает скатываться. То есть он может быть ниже быть, когда чуть-чуть изменится. Ну, у нас давайте, чтобы все было видно, чтобы все было понятно. Например, этот дом у нас стоит здесь. А дальше у нас начинается подъем улицы. И вот если у нас начинается подъем улицы, то здесь может происходить смещение, не может, а будет происходить смещение по линии горизонта. Да? То есть у нас есть вот эта точка. Мы из нее делаем вертикальную линию. Чем круче поднимается улица наверх, тем выше будет точка линии горизонта, да, точка схода. А вот. Например, улица у нас поднимается, ну, давайте, вот до сюда мы ее видим, до сюда. Вот. И есть несколько выше линии горизонта, вы видите, да? То есть у нас там пусть будут дома, вот они тоже. Я потом их обведу. Тоже подчиняются. То есть вот этой точки, которая находится на линии горизонта, это линия горизонта. Давайте я ее линию горизонта сделаю другого цвета, чтобы вы понимали, да, что это вот линия горизонта и вот точка на линии горизонта. Дальше, ну, например, вот эта часть у нас идет прямо улицы. Так как она идет прямо, то у нее линия схода как раз на линии горизонта. А дальше она начинает подниматься, да. И, например, сначала, ну вот давайте до уровня вот этого дома. Ну и здесь будет примерно, давайте вот так делаем. Значит, соответственно, примерно вот до этого дома, да. Она вдруг начинает резко подниматься. Ну, как узнать, насколько она резко поднимается? Опять же, как обычно, мы берем карандашик и примерно там, мы же пишем это на расстоянии, смотрим, насколько круто она поднимается. Чем круче подъем, тем выше будет точка поднятия. Дальше, например, ну, давайте, я померила, и она у нас довольно-таки круто идет. И вот здесь будет точка схода. Соответственно, мы вот так вот рисуем точку схода. Вот до этой линии. Вот так вот. Здесь тоже мы рисуем точку схода. Вот до этой линии, да? Вот. То есть там, где кончилась у нас предыдущая линия. Вот мы ее написали. И наш дом вот здесь пойдет вот так вот. Вот здесь он закончится как бы, да? Здесь тоже у нас пойдет вот так вот. Вот до этой точки. Вот. Видите, пошла наверх улица. Дальше, предположим, дальше у нас немножечко улица не так резко поднимается, то есть она уходит наверх, но не так резко, да? Мы померили и видим, что у нас следующая точка схода вот здесь вот. Мы отсюда строим такую точку, вот такие линии, вернее, и следующий дом у нас идет вот так вот. Вот след, то есть примерно, да, вот до сюда. Следующий дом с церковью. Они идут вот так вот. Вот их наклон опять поменялся, да? Да, чем дальше идет улица, чем выше она линии горизонта, мы уже наклон вообще не видим, да? То есть здесь у нас будет линия горизонта, и поэтому, вернее, даже не линия горизонта, а
Линия, докуда доходит у нас сама улица, да? Где у нас? Вот. Она выше линии горизонта. Вот. Выше нее мы уже не видим, что происходит. Но до нее у нас что-то там меняется направление. Оно может быть более резким, менее резким и так далее. Да? Мы можем просто увидеть, что, например, у нас вообще больше не меняется. Вот. То есть пошло. Вот, вернее, она меняется, но такое, вот, как сказать, такое вот резкое поднятие. Как пошло вот сюда вот, так оно у нас и продолжается. Поэтому все дома, которые до линии окончания, нашей улицы, они пойдут вот так. То есть однозначно вы понимаете, что до дома, улицы, все идет наверх, да. А что касается окон? Окна у нас не прыгают. То есть смотрите, если у нас есть точка схода на линии горизонта, то все окна будут идти сюда. То есть каких-то просто, как бы не будет видно. Какие-то видно, каких-то уже становится не видно. Здесь то же самое, все идет к линии схода. Ну. И так далее. Что у нас получилось? У нас получилась сейчас вот такая улица. Вот там вот мы видим окончание дороги. Мы видим там несколько домов, например, выходящих, да? Какие-то, я не знаю, может, деревья. А дальше давайте я, наверное, сделаю белый, да, чтобы нам было видно. Вот у нас линия. И вот у нас улица наша. Вот она у нас идет, наша улица, меняя направление, да. И, например, тротуар еще у нас есть, который тоже у нас меняет направление в зависимости от наклона нашей улицы, да? Вот здесь то же самое у нас, да? Идут дома определенные, выше, ниже, могут быть разные формы, могут немножко выступать, вот, например, да? Быть очень высокими, не очень высокими. Где-то вот там заканчиваться, мы уже их не видим. И у них тоже меняется линия. Вот так, потом пошла выше, прям круто выше, да? Потом пошла уже не так круто линия, но тоже выше, да, вот до сюда она доходит. То есть, посмотрите, мы в любом случае понимаем, что у нас с вами разные линии схода. И в связи с этим у нас разные, мы видим, что улица идет наверх.